Привет, друзья! Вы на канале Мамедыч. И сегодня у нас рубрика, которой никогда не было, и вы о ней никогда не знали, сколько стоит шмот хирурга. Сегодня разберемся. Поехали! Начнем с халатика. Белый халат – это всегда лицо врача. Хотя я не люблю, потому что немножко в нем жарковато бывает. Это халатик Чироки, стоит где-то 3 тысячи, 3,5 тысячи рублей, но очень удобный, как видите, все застежечки как надо. Так, что тут у нас еще? Так, телефончик в рассрочку, естественно, в видео. Ну, тут не надо ничего пояснять, все и так понятно. Так, что дальше на мне надето? Сверху, если начинать, на мне линзы. Линзы не цветные, как многие из вас думают. Это обычные линзы оптические. Минус 3 диоптрии. Так как я немножко близорук, а чтобы было работать с микроскопом удобно, то, естественно, мне лучше носить линзы. Линзы однодневные, один день. Ношение этих линз стоит где-то 40 рублей. Где-то еще. Так, дальше. Курточка. Курточка или топик мужской. Не знаю, можно ли это называть топиком. Тоже Чироки. Где-то 2500 рублей. В нем сразу штаники. Штаники тоже от этого же костюма. Тоже где-то 2500 рублей. Очень удобный. Супер, рекомендую. Может быть, ссылку оставлю в описании, если поставите лайк этому видео. Так, что у нас еще? Карман обязательно. Главный инструмент врача – это ручка, естественно. Никто не знает, что является главным инструментом хирурга или врача. Это ручка. Это какая-то хорошая ручка, думаю, где-то 1000 рублей. Но и даже она может закончиться, поэтому всегда нужно иметь вторую ручку. Вторая ручка стоит около 10 рублей. Да. Конечно. Что у нас тут еще есть? Тут у нас есть, помимо того, что есть ручка, обязательно нужно клеить. Все клеить. Все истории болезни, поэтому есть клей-карандаш. Так. Что у нас еще? Обязательно. Пульс-оксиметр. Это такая штука. О, могу показать. Обычно на безымянный палец вешается. Для эксперимента можно вот такой палец показать. Так. Что он у нас покажет? Он показывает насыщение крови кислородом и пульс, соответственно. Пока он мне ничего не определяет, возможно, я уже не жилец, но нет. 98 – сатурация. Насыщение крови кислородом – это нормально. Пульс 90, 90, потому что снимаем ролик для вас, мои дорогие любимые подписчики. Стоит он около 1000 рублей на AliExpress. Ссылочку обязательно поставлю в описании, потому что это незаменимая вещь для тех, кто работает в экстренной медицине. Так. Что там у нас еще есть? Ну, конечно же, под этим всем скрыты хлопковые трусики, которые я вам не покажу. А на ногах удобные кроксы. Это новая моделька. Я думаю, что всем вам должна пройти по вкусу. Но они стоят около 3000 рублей, 3500 рублей, точно не помню. Где брал в магазине, где продают кроксы, это универсальный магазин кроксов. Кстати, очень удобно, предыдущие кроксы мне прослужили около 6 лет, и они до сих пор не носились, я иногда тоже хожу. Ну, под эти кроксы подойдут любые носочки. В данном случае белые. Так, ну что, в среднем мой шмот составил где-то... А, так, конечно, еще ж забыл. Обязательно дешевки, кассио. Это часы, которые просто неубиваемые, которые можно испачкать в
крови пациента, в ликворе, в слезах, в моче и даже в каловых маслах. И можно легко отстирать. Плюс ко всему, можно легко считать пульс, ритм и кучу всякого интересного. Главное, что они показывают еще до время окончания рабочего дня. И, к сожалению, мы не всегда уходим вовремя, а обычно задерживаемся. Ну, что еще осталось сказать? Есть еще крестик. Крестик очень давно со мной, и я даже не знаю, сколько он стоит, потому что это бесценно. Я думаю, что иногда помогает в тех ситуациях, когда мы не можем справиться. Ну что, мне кажется, я пояснил за свой шмот. Пишите в комментариях, как я одет, так, не так, как одеваетесь вы и где вы одеваетесь. И встретимся в новых выпусках. Пока!